Всем привет! Как мы обещали, видео, где Дарина будет отвечать на мои вопросы. И погнали! Первый вопрос. Когда у меня день рождения? 19 августа. Второй. Любимое время года? Лето. Третий. Любимый цветок? Фиалка? Нет, тюльпан. 2-1. Любимый цвет? Черный и красный. Нет. Черный и синий. Пятый. Есть ли парень у меня? Нет. Давайте с этим еще поспорим. Шестое. Есть ли человек, который мне нравится? Ну, есть. Да. Восьмое. Есть ли у меня лучшая подруга? Нет, у тебя. А лучший друг? Тоже нет. Есть. Как называется мой телефон? Honor. Asus. Asus. Что люблю делать в свободное время? Рисовать. Да. И вышивать. Угу. 11. В каком санатории я люблю отдыхать? Солнечный тейс? Да. 12. Вопрос. Какое мое любимое мужское имя, на которое мне больше нравится? Саша. Или Максим? Да, Александр. А женское имя, которое мне нравится? Алина? Нет, это Полинария. Полина. 14 вопрос. Каких животных я больше люблю? Кошек? Нет. Собак? Нет. Свинок? Нет. Хомяков? Нет. Тогда не знаю даже. Лошадей. Ты как моя подруга Даша, она тоже любит лошадей. 15 вопрос. Где мне больше нравится жить, в селе или в городе? В селе. Да. 16 вопрос. Куда я люблю ездить на каникулах? В лагеря? Нет. Ну, куда я езжу? На Новый год, летом. В деревне? Да. 17 вопрос. До какого класса я буду учиться? До 11. 18. Какой предмет мне больше нравится в школе? Русский. Да. Какой нелюбимый? Химия. Нет. Такой же, как у тебя. История. Да. 20 вопрос. Сколько детей у меня будет, когда я вырасту? Один. Нет. Два? Да. 21 вопрос. Куда летом я хочу съездить? На море. Угу. 22 вопрос. Что я хочу на Новый год? Съездить в деревню? Да, действительно. Я хочу на Новый год. Подарок? Золотые сережки. 23. Какие цветом у меня глаза? Не смотри. Карие? Да. 24. В каких соцсетях я больше провожу время? ВКонтакте. Да. 25. Мое нелюбимое блюдо. Манка. Угу. 26. Где я родилась? Ты должна узнать, как я говорила. В Челябинске. Да. 27. Люблю ли я детей? Очень. Да. 28. Какой мой знак зодиака? Лев. Угу. 29. Хожу ли я на дискотеки? Ходишь. 30. Моя мечта. Поскорее выучиться. Выучиться и... Уехать. Уехать и объехать... Все страны. Да. Нет, всю нашу страну. Ну, на все вопросы Дарина почти ответила. На 4 вроде бы не ответила, правильно? Да. Ну, вот такие вот вопросы я задавала. Ну, на этом все. Всем пока-пока. Всем до свидания. Всем привет. Сегодня мы хотим провести вопрос-ответ. То есть Дарина мне будет задавать вопросы, ну, на сколько процентов я ее знаю. Ну, мы поехали. Начали. Первый вопрос. Сколько мне лет? 12. Второй вопрос.
Какой мой любимый цвет? Какой мой любимый? Да, какой мой любимый цвет? Красный. Третий вопрос. Какой мой любимый цветок? Роза вроде. Четвертый вопрос. Какое мое любимое блюдо? Пицца? Пельмени? Нет. Так, в столовке ты обычно заказываешь макароны с сосиской. Да. Пятый вопрос. Чем я люблю заниматься в свободное время? Сидеть в телефоне? Нет. Фигней страдать? Нет. Со мной болтать? Ну, давай, но... Рисовать, песни сочинять, короче, много чего. Так, подождите, Дарина у нас любит сочинять песенки. Значит, в следующем видео... Ну, нет, не в следующем видео. Значит, ждем видео, когда Даринка будет снимать свои сочиненные песенки. Так. Все, попалось ты. Шестой вопрос. На какой кружок я хожу? Белая швейка и бисероплетение. Правильно. Седьмой вопрос. Как зовут мою лучшую подругу? Кристина. Восьмой вопрос. Что я люблю носить? Ну, из одежды. Юбки. Платье. Ну, тоже. Ты же женственная. Ну, наверное, мы с Дариной любим носить джинсы. Девятый вопрос. И подожди, рубашку Дарина все просит. Значит, у нее еще любимая одежда — это рубашка. Девятый вопрос. Имя моего певца. Ну, это все знают. Егор Крид. Десятый вопрос. Имя моей певицы. Это я тоже знаю. Ханна. Десятый вопрос. Одиннадцатый есть. Моя любимая музыка. Ты разную слушаешь. Ну, не только. 12 вопрос. Ща. Миллион алых роз. Из тебя влюбится. Из меня влюбится, как себе балерина. 12 вопрос. Когда вырасту, кем я хочу стать? Вот это вот я не знаю. Подсказать, если сама подумаешь. Сейчас, подождите, я подумаю. Кем ты хочешь стать? С животными работать. Ну, раньше я была. У меня разные мысли. Значит, я не знаю, кем ты хочешь стать. Ладно, я скажу. Певицей, во. Была, но уже ушла. Ну, я хочу быть учителем по музыке. Преподавать, ну, начальные классы. Начальные классы или по музыке? Ну, по музыке вообще, в школе вести музыку. А, ну, все ясно. Так, какой-то 12-й был, да? 13-й. Моя нелюбимая еда. Твоя нелюбимая еда. Манка. Такая же, как и у меня. 14-й вопрос. Кого я люблю больше всего из животных? Котов или собак? Собак. Нет. Котов. Да. 15-й вопрос. Какое мое любимое число? 14-е. Ну, да, еще одно есть. Значит, у тебя их два? Да. 15-е? Нет. Ну, значит, я не знаю. 5-е. Ага. 16-й вопрос. Какой предмет мне больше нравится? География. Раньше любила, сейчас как-то... Труды. Да. 17-й вопрос. Такой не предмет, а урок. Да. Моё... Нелюбимые. Какие мои нелюбимые три предмета? История, по любой, как у меня. Да. А русский. Да. Математика. Да. 18-й вопрос. Мое время года. Любимое? Да. Лето. Правильно. 19-й вопрос. Какой праздник я больше всего люблю? Новый год или день рождения? День рождения. Правильно. И последний, 20-й вопрос у нас в нашем видео. Моя мечта. Твоя мечта? Выучиться и уехать куда-нибудь. А куда именно? Красноярск? Нет. Вачинск? Нет. В другую страну? Ну, в
сказать, ну, не страна, а, ну, типа, город. Большой город. Большой, Москва. Большой. Да. Всем... Ну, на этом наше видео закончилось. Я не ответила только на вопросы 3-4. Да, где-то так? Ну, более-менее, на 2-3. Ну, так. Если вы хотите увидеть такое же видео, то, что я задаю Дарине вопросы, а она отвечает, то ставьте лайки и пишите в комментариях. На этом наше видео закончилось. А, также подписывайтесь на наш ВК и Инстаграм. Ссылочки мы оставим в описании. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока!